Всем привет! Вы на канале Энка и Детки, и сейчас у меня есть буквально 20 минут, чтобы сделать закупку в Народном. Я сделаю ее с вами, не знаю, что меня ждет. Как я помню, съемка запрещена. Я точно хочу купить яйца, больше планов нету. Я беру такую корзинку, чтобы мне не надорваться. Все равно много не унесу. Полотенчики. 30 рублей за полотенчика. Конфеты. Я набрала очень много разных конфет. Они стоят все по одной цене. 199 рублей за килограмм. И сникерсы, и желени, и чупа-чупсы, и чернослив в шоколаде, и курага в шоколаде. И еще конфеты вот такие по 59 рублей. Шоколадные яйца по 19. Еще у меня такой новогодний набор. Горошек не успела посмотреть цену. Сосиски по 39 рублей. Дождики по 9 рублей. Бананы 54 рубля. Такая колбаска 65 рублей. Вот сыр 139 рублей. Ой. Яйца 3 десятка 155. Еще сходила за банкой горошка, чтобы скоротать время. Но цену я не посмотрела, на него не нашла цену. Могу здесь цены пока показать, пока стою в кассе. Осталось совсем немного, 3 человека. Очередь такой длины, что когда я зашла, то сразу заняла очередь. И пока ходила, очередь продвинулась буквально на чуть-чуть. Стою уже минут 20. 27 декабря. Не ходите в Народный 27 декабря. Я вышла из Народного, удовольствие ниже среднего, но на 1300 я купила огромное количество продуктов. 2 килограмма конфет, 3 подарочка. Что еще? Вот по чеку смотрю, колбаса, 2 горошка. В общем, наверное, я постепенно сейчас в машине сделаю повнимательнее. Ой, обошла свою машину. Ушла мимо. Сегодня мы тут с папой, с нашим. Лялька спит в машине. Сейчас все внимательно в машине сниму чек. Ужасно ругаются, совершенно страшные истории. Женщина кусила лаваш и устроили скандал, остановили кассу, заставили ее его оплатить и выложить на кассе.